Нет места. Ничего не могу взять. Вот и вход. Что-то не то. Тут сотни лет никто не бывал. Должно быть, это то самое место.
Место упокоения Манко. Подозрительное место. Похоже на шествие мертвых. Это орден прячет Манко от секты Кукулькана. О, черт! Ох, черт! Этот рычаг поднимет уровень воды. Тут видно, как в усыпальницу кладут погребальных кукол, горшки, ткани. Это не просто тайное убежище. Это гробница самого ордена. Когда резервуар заделали, членов Ордена оставили внутри как стражей. Столько костей. Они пожертвовали собой, чтобы сохранить тайну. Этот рычаг поднимет уровень воды. Привет, Манко. Так, где же амулет? Так, надо вернуть это Учо. Сквозь стену сочится свет.
Наверное, там есть еще запечатанный проход. О, Лара, Квентин недавно вернулся. Потрепанный, но живой. Рад, что и ты в порядке. Да, в резервуаре опасно. Я рада, что Квенти вернулся. Но амулет Спасителя он, к сожалению, не принес. Это амулет Спасителя? Что? Лара, ты нашла его? Невероятно. Вот. Я так тебе благодарен. Когда Зан достанет лук победителя, мы воздадим честь всем, кто помог вернуть артефакты. И тебе, если ты придешь. Я приду.